Вера Брежнева теперь бездомная. Похоже, Вера Брежнева с детьми осталась без жилья. Двухэтажный особняк в Киеве, в котором блондинка жила после развода с мужем Михаилом Киперманом, выставлен на продажу. После развода Вера арендовала этот дом у супруга. Сейчас Вера Брежнева и Михаил Киперман уже не живут вместе. Говорят, Брежнева уже приобрела в столице роскошную квартиру. Кроме того, пресса утверждает, что специально для своей новой жены продюсер Константин Меладзе купил особняк в Подмосковье. Папарацци даже сделали несколько совместных снимков Веры и Константина возле дома. Здесь они планируют жить. Тем временем бывший супруг Веры свою личную жизнь не скрывает. Судя по фото в социальных сетях, он строит отношения с 22-летней моделью Аленой Гайваненко, уж очень похожей на Брежнева.